Всем привет, ребят! Ну что, продолжаем трэш с нашими зелеными героями. 41-е древнее испытание. Я прохожу составом с 20-ми прорывами, с максимальными героями, без стыковок, без всяких там атлантиков. Чисто фракция на фракцию. То есть такой вот вариант. Зеленые против светлых. Так, тут опять у нас по идее Фрейя. Но будем пробовать тащить. Розалинда нереально крутая. Она сносит героев процентуальной жизни. Это просто очень круто. Особенно против вот Бигфута, который здесь, ну, просто Unreal какой-то для остальных всех моих прокачек. Она налегке разбирает полностью всех. Что, в принципе, вы видите. То есть ей надо только включиться, и все, герои по чуть-чуть теряют свои проценты. То есть фактически там 10-15 секунд, и героя просто нет. Единственное, что бывают вот такие вот моменты, когда ее, как ни странно, почему-то убивает эта фракция, хотя она, по идее, не должна ее сливать. Ну, то такое. Смотрим. Сможет получится пройти. В принципе, Огник Фрейя. Единственное, на Фрейю надо, наверное, утекаху поставить, чтобы просто так не сливали. Ну, в общем, вот как-то так. Так, давайте тащите уже. Расслабились. А, и Фрейю слили. Ну все, Огник один тут, наверное, ничего уже, к сожалению, не сможет сделать. Хотя, кто его знает. Смотритель еще есть. Отхила, по сути, у них нет. Нет. Ну, все может быть, смотрим. Сейчас где-то смотритель должен долбануть. Не, чуть-чуть не хватило. Но, как видите, неплохо. В общем, фракция тащит. А в основном тащит Розалинда. Ну и Минотавр, конечно, здесь здание просто унижает с Командорой. Вот Розалинда включилась. Просто Unreal какой-то. Единственное, не хватает подхила. То есть нету, как видите, ворожая, и вот этого не хватает. Ну посмотрите, посмотрите на Розалинду, что она делает. Это просто нереально. Это такой герой, который, блин, ну, знаю, просто поможет без донату однозначно в прохождении некоторых локаций. Так, ну тут опять мы вливаемся. Так, сейчас мы сделаем немножко по-другому. Рейка. Вот так вот будет все. Теперь, в принципе, мы должны, по идее, затащить. Поехали. Вытаскиваем всех сюда. Минотавр, понятное дело, как обычно, сливается. Так, Розалинда, пора. Настало твое время. Еще бы включался вовремя Лазуля. Мне тут провтыкали удар Минотавра. Самое главное, чтобы Розалинда вот именно включилась, и все, и тогда начинается вынос просто. Посмотрите, там урон, блин, просто нереальный какой-то по этому бедному Бигфуту. Он там нифига не может сделать просто. Жесть. Ну вот как-то так. Осталось два бедных героя.
Как думаете, ушатают? Шанс, конечно, есть, но... Думаю, проще перезайти. Ух, просели. Кстати, овощ тоже неплохой. Тоже нормально здесь заходит. Исполняет свое. Вот опять лазуля включился немножко. Не тогда, когда надо было. Надо было немножко раньше. Пока все живы были. Ладно, давайте где-то с другой стороны попробуем. Например, вот здесь с хранителей посливаемся. Посливаемся на хронах. Быстро, конечно, хранители минуснули. Возможно, отсюда даже лучше забегать. Тут афинки, видите, чуть-чуть, да, просто чудят. Жесть. Но все равно их шатают. Никуда они не денутся. Я себе там купа жизни. Смотрите, как его фрая долго долбит. В принципе, думаю... А, нет, у нас тут Бигфут остается. Это Unreal, надо Бигфута убивать в первую очередь. Не убьем, не убьем Бигфута, не пройдем. Наконец-то лазуля включился. Да, хотелось бы, конечно, чтобы он почаще включался, но... Там еще один Бигфут. Это ужасно. По-моему, Минотавр только проседает со всех героев. Это на отражалке убивается, скорее всего. Но он свое дело делает. Что-то я не понял. А давайте попробуем тут вот опять на фрай просто зависнем наверху. Не будем париться. Нет, тут что-то меня... Хотя, посмотрите, что мои держатся. Офигеть. Тут мы ничего не сможем сделать, к сожалению. Надо все-таки идти через бигов. А вот Розалинда, скорее всего, лучше всего с Ржевой будет смотреться здесь. Блин, далековато она убежала от пачки. И, соответственно, ее слили. Так, ну чё? Не, на хроне сольемся, наверное. Нереальный какой-то хранитель. Хотя, в принципе, что у нас осталось? Фрея. Я хрон ушатал. У Фрея Фрею... Нереально, надо хотя бы, чтобы был огник.
Блин, вот не пойму, почему ее сливают с такой прокачкой? Она с уклонениями совсем, и что-то почему-то даже отхил ее не спасает. Это печально. Хотелось бы, чтобы она жила дольше. Я уже и СО поставил, все равно, как видите. Вот, блин, тупо. О, во, смотрите, что она делает. Просто нереальная. Блин, и, к сожалению, слилась. Ну, блин, круто. Если бы она сейчас выжила чуть-чуть, конечно. Ну, Фрея, скорее всего, считает. Больше вариантов я не вижу. Чисто из-за Фрей. Возможно, еще хранитель с отражалкой, как вариант. Ну, вроде их тут рядом нету. Бешеная. Жесть. Докс не выдерживает напряга. Ну. Так, Минотавра, к сожалению, слили. Вот она включилась. Ну, просто бешеная. Давай, включайся. Самое главное, вот видите внизу Хрон, чтобы Хрон не подбежал. Так, в принципе, нормально. Она этих должна всех ушатать. Офигеть. Просто офигеть, ребят. Посмотрите, что она творит. Просто чудит. Так, что у нас осталось? Печалька у нас осталась. Хороший заходик. Интересный. Давайте еще разок попробуем через хранителей забежать. Тут, в принципе, на хранителях можно и разогнаться, если брать тыковку сюда. Единственное, что Бигфут, вот эта проблема для нас будет. Блин, она нереальная. Розалинда, конечно, просто нереальная. Посмотрите, как она героя вышатывает. Я, честно говоря, немножко в шоке. Она включается, они подбегают, и она просто их сметает нафиг. Единственное, вот Бигфут у нас немножко не туда она побежала. Ее Фрейя сейчас может ушатать. Ну а так это просто нечто. Жесть. Я в шоке. У нас осталась Фрейя и Анан. Тут, конечно, наверное, времени нам не хватит. Хотя, в принципе, Фрейя сейчас добьет эту. Интересный расклад. Самое главное, чтобы она не слилась. 1 минута, в принципе, могут успеть. Офигеть. Просто офигеть. Самое главное, чтобы она сейчас успела эту Фрейю ушатать. Вот просто ради интереса посмотреть, что она сделает с Бигфутом. Фрейя моя не справляется. Сейчас она подойдет и увидите, что она чудит.
Вот посмотрите сейчас. Ну-ну-ну, давай-давай-давай-давай. Ай, ну чё ж ты туда побежала, ну? Блин, обидно. Ах, не туда побежала она всё-таки, куда надо было. А шанс был очень-очень крутой. Вообще-то Минотавр вечно нарывается. Я в шоке. Смотрите, что тут. Это аут, ребят. Это нереальный аут. Вот это герой. Еще скажите после этого, что она не имба. Она реально самая имбовая, наверное, со всех. Даже Фрейя настолько здесь неэффективна, как она. Ай-яй-яй-яй-яй, как так? Огник. Обидно. Обидно, обидно. Блин, чё она чудит? Я в шоке. Я просто в шоке с этого. Думаю, вы тоже. Блин, опять ее слили. Ну, почему? Почему вы ее сливаете? Дали бы ей немножко пожить еще. Чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Так, ну чё тут у нас? Тут у нас есть шанс, кстати, ребят, пройти. Если никто не забакланит. В принципе, должны. Райку, я думаю. Угу, конечно. Сейчас огник сольется два раза, блин. Так. Так. Ну, не слив. Вот скажите, что он не мудак. В принципе, минута 20. Нет, тут сейчас если гаргул подспеет, надо чтобы гаргулы слили только так, и то я не уверен, что за минуту 10 мы сможем успеем это сделать. Что моя вообще не хилится. Ощущение, что она без отхила. Да, надо было ей все-таки утекание ставить. Вот такие вот, ребятушки, пироги. Как по мне, это просто жесть. Я думал, что тут будет реально сложно. Нереально просто. Но с Розалиндой тут все на изи. Конечно, как видите, надо удачный заход ловить. Без удачного захода нифига не будет. Давай, 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 Бигфут, иди сюда. Опять ее слили. Ну... Блин, хоть бери на нее живу ставь. Либо выживание.
Держится пока. Я в шоке с нее, конечно. Она просто, ребят, нереальная. Нереально крутая. Но мы ее потеряли. Такое чувство, что у нас специально троллит эта подземка. Блин, опять ее слили. Из нее, конечно, туговато. Опять слилась. Ну как так? Почему именно ее шатают? Не могут потом ее ушатать. Нифига себе. Посмотрите, мои герои этого Бигфута еле-еле бьют. А она просто его убирает на ура, как и всех остальных героев. Просто Unreal, ребят. И он чудит. Да, она просто нереальная. Так, главное, не дохни. Самое главное, что тут нету отхилов у этих. То есть это радует больше всего. Так, не слейся. Ну все. Думаю, что мы ее прошли. Я надеюсь. Самое главное, горгул, чтобы сейчас нас не ушатал. Да, думаю, все. Вот такая вот, ребятушки, Розалинда. Это действительно имба. Давайте добивайте уже ее. Настолько проще стало. Я тут вообще не бегал, в принципе. Ну, я вам скажу, 20-25 минут потратить на древние. Да вообще ни о чем. Вот так вот. Пишите комменты, подписывайтесь. Лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.